18 февраля 2021 года. 21 век. Город Энергетика, Волгодонск. Это переулок Козлова. От улицы Советской. О, там где-то вдали фонари. Это улица Советская. И до улицы Горького. Уже 2 недели не горит ни один фонарь. Вот опять фонари и машины несутся. Это у нас улица Горького, на которой расположен детский сад «Ласточка». Ага, там же остановка с таким же названием. Вот это уже включен фонарик, так сказать, подсветка, чтобы хоть немножко подсветить. А вообще темень непроглядная. Оттуда идут родители с детишками, оттуда с остановки возвращаются люди. И точно так же идут на остановку. Сейчас еще около 8 часов вечера горит свет в окнах у людей. А если человек будет возвращаться в 10-12 ночи, когда света в окнах уже не будет. Это будет непроглядная темень. Выключи фонарик.